Что ж, всем привет, ребят! С вами снова Демпси, и сегодня мы продолжим проходить Flatout Ultimate Carnage. Остановились мы на том, как я начал познавать вообще режим дерби, прошел процентов 30, наверное, и попросил вас написать интересные и полезные советы. Так вот, оказалось, что нужно было начинать в идеале с режима Carnage, или Carnage, как кому удобней, потому что там открываются машины, которые можно купить в сюжетке. Также секундомеры проходить нужно в последнюю очередь, потому что они довольно сложные, и лучше это делать на прокачанной машине. А все остальное более-менее я уяснил. По поводу музыки, отключать полностью я ее не хочу, потому что теряется атмосфера полностью. Но да, прилетают нарушения на музыку, особенно если сидишь в меню, как сейчас. Но в игре ее толком не слышно, поэтому там все окей. Кстати, по поводу денег, типа долларов, на самом деле это кредиты, а не доллары. Хотя значок доллара как бы нарисован, но это такое. Игра довольно короткая, поэтому мы уже скоро, я так понимаю, через пару серий закончим проходить режим дерби. Давайте продолжим тогда его проходить. У нас тут еще будет 5 кубков и 7 соревнований. Пока я в этом особо не шарю, но нам нужно его в любом случае добивать. Кубки вроде как сложнее, чем соревнования будут. Поэтому их лучше напоследок оставлять. В общем, не забывайте ставить лайки. Я видел вашу поддержку под предыдущей серией и должен сказать, это круто. Давайте продолжать в том же духе. Да и пишите, кстати, тайм-кодики. Я тоже часто смотрю, какие там затупы у меня были. Или, допустим, смешные моменты. Так, где мы остановились? Это кубок. Ну, тут я первый был, да. Поехали дальше. Pine Groove. Я понял главную проблему прошлой серии, я почему-то слишком аккуратный. Прям максимально. Ой, что это за полнолуние, что ли? Ну, почти. Я слишком аккуратный. С ними не нужно быть аккуратным, надо всех таранить и набирать максимальное количество очков. За урон по всему, что только можно. Давайте попробуем. Салли Тейлор. Ну, привет, Салли. Там реально сидит женский персонаж? Ну, походу, да. Как все проработано. Я ее сейчас отправлю в кювет. Смотрите. Профессионально. Ну как, почти профессионально. У них довольно живучие машины. Поэтому, как бы я ни старался, не получится всех вынести конкретно. А, я еще кого-то там позади оставил. Как это произошло? Короче, мне нужно находить идеальный баланс между тем... Повезло. Между тем, чтобы таранить их и при этом приходить первым. Что тут происходит уже? А ну... Я сейчас этот... вынесу... джип. Не, все... Все в порядке, все в порядке. Так и было задумано. Джип я не вынес в итоге. Он дальше выехал. Тут можно полностью разбить машину, как мне написали. И это даже влияет... Точнее, повреждения, они влияют на физику поведения машины. То есть, если колесо отлетит, то логично, что машина будет управляться гораздо хуже. Но я еще этого не пробовал. О, это же Лей Бинг. Вот это, который нужно вынести в первую очередь. Да, пошла вон. Вот как первого теперь догнать в таких условиях? О, Джек Бетон! С таким серьезным лицом едет, как будто... А, не понял, какая София? Там же... А, мне показывают... Показывают, как они типа сражаются между собой. Ага, Джек Бетон, сливайся. Показывают, как они пытаются друг друга обойти, поэтому меняются никнеймы. Так, это София. Тоже вынес. Но первым я не приду. Мне писали, ты можешь... Забить на первое место, если проходишь ради денег, тебе главное всех таранить, будешь получать много кредитов. Что, в принципе, логично. Я буду на первом месте. Только по этому показателю. Но приехать первым, да, не смогу. Не смогу. Джилл Ричардс. Мне кажется, или вот этих гонщиков, которые называются английскими буквами, это как раз новые персонажи. Потому что старые переведены. Эх, третьим приеду. Ну, хоть бронза будет. А ну, я лучший в плане урона, как думаете? Окей. Да, продолжить кубок.
Рэй Картер. Так, лучший разрушитель — мистер Дэмси Лоу. Мастер по столкновениям — мистер Дэмси Лоу. Лучший круг — мистер Дэмси Лоу. Ну, конечно же, бульдозер какая-то — Кэти Джексон. Третье место. Хотелось бы ее заново начать. Кстати, в магазине машины можно красить, а я могу это делать не в магазине. Вот, в мастерской. Подвеска, кузов. Что такое кузов? Это ж просто тюнинг. А, еще писали, что ты можешь сразу последнее покупать, и все будет применяться. Все, что было до этого. Окей. Нет тут такого. Покрасить я не могу машину. Я же все равно как бы продвигаюсь дальше, и по сумме всех пройденных этапов я буду на первом месте. Погнали дальше. Farmlands. О, это тот самый трек? Да, мы уже на нем вроде бы участвовали. Только это с другой стороны, кажется. Чуть по-другому будем ехать. Какой же я медленный. Что, простите? Они вынесли друг друга? Я слышал этот крик. Это значит, что они вынесли друг друга. Не? Так, а давайте я его отправлю. Ой. Я думал, этот дом может упасть. Ну, мало ли. Это ж, по идее, можно так... Вот так подставить. Да. Кому я этого... От этого лучше сделал, не знаю. Девятое место. Нет, такими темпами, конечно, первым я не приду. Хотя тут три круга. Типа, шансы есть и все такое. Ну, блин, не знаю. Кэти Джексон вне игры. Все, ее уничтожили. Кэти Джексон. Это та, которая в прошлый раз была... Кем там она была? Получила, типа, кучу очков. 300 очков за что-то. Я вот не помню, что конкретно там было. А, я их догоняю. Ну, тогда держитесь. Сейчас я покажу вам искусство. Я думал, это его машина взорвалась. Не. Вертолет. Самолет взорвался. Обидно. Видите, я начинаю постепенно входить во вкус, как вообще здесь все работает. Вы не удивляйтесь, почему я такой аккуратный. После Most Wanted на стоковом кобальте и карбона батл рояля. Где нужно такую аккуратность соблюдать. А ну-ка. Дерево, в дерево его. А я дальше еду. А, у меня нитро нет. Тем более, это последний круг. Я доездился, наверное. В идеале мне нужно сначала вырваться на первое место, а потом уже всем надавать по щам. По идее, так это работает. Но догнать их очень трудно. О боже. Почему слабо-то? Как еще можно жестче ее толкнуть? София. О боже, она может перевернуться из-за этого гонку слить или нет? Короче, самый главный ресурс — это нитро. Без него проходить очень трудно. И вообще шестой теперь. Эту гонку стоит переиграть, я думаю. Да. На всякий случай. Еще разок. Я сначала оторвусь. Хоть ненамного там буду в топ-3. И потом начну всех выносить. Какой я дерзкий. Это ж мы еще не дошли до самого фанового режима, где нужно будет управлять персонажем, трюки за него выполнять. Этот режим в Carnage, или точнее в Carnage режиме находится. С ним все в порядке? Как с ним может быть все в порядке? После такого удара. До свидания. Рэй Картер. И мы тебя сейчас вообще за карту вынесем. Не? Ладно, я пытался. Вот, за первый круг я уже в топ-7. А их тут сколько? А, всего 12, да. Логично. Куда я... Нет, извините, я топ-8. До свидания, Джек Бетон. Хочешь бетон? Держи бетон. Правда, это было дерево. Но суть вы поняли. Джек Бетон — это мой главный соперник. И он не Бентон, он бетон. У меня он таковым и будет. Я даже в Телеграме, в своей группе, сделал стикер Джек Бетон. Можете заценить. Ссылочка на группу есть в описании и в подсказке. Салли Тайлор доездилась.
Жаль, нельзя так в Мост-Вондете делать или в том же Карбоне. Там слишком крепкие машины, и они слишком хорошо держатся на дороге. Мне кажется, вот время идет, круги наматываются, а лучше не становится. Я таким и остался в итоге. Это сложно, соблюдать баланс и максимально жестко всех выносить, и при этом первым приходить еще, умудряться. Почему слабо-то? Да ё-моё, не мешай мне! Вот же урод! Он мне проехать не дает! Он проехать мне не дает, Льюис! Это была автоподста... Что это, простите? Так, давайте хотя бы третьим приеду. Я надеюсь, это получится еще сделать. А то хотя бы бронзу. Ну, хоть что-то. Так, этих двух лохов мы обходим. Второго толкаем, если я дотянусь. Толкаем и не блок... Они меня задолбали. Блокировать. Мне может обойти этот... Как его... Кто ты? Кто ты такой? Рэй Картер, это ты? Нет, нет, я приеду четвертым. Нет. О, красава, прямо в самолет. Так и надо было. То есть получается, я сейчас ничего не получил, кроме награды за то, что я там лучший разрушитель. Все? Четвертый. Но это же плохо. У меня слишком мало очков. Теперь мне нужно вообще не... Тупить, да, не промахиваться, скажем так. Одиночная гонка, да, этот трек я уже выполнял. Тогда уже можно будет ездить по грунтовочке. Я вижу там такой трамплин хороший. Надо его будет затестить как-нибудь. До свидания, Сайли Тейлор. Там кто-то еще под раздачу попал. Топ-8. Все, надо как можно лучше проехать данный сегмент. Но это сложно. Пока у меня машина такая полудохлая. Хотя, возможно, тут все машины примерно такие же. Но я знаю, что есть довольно... Довольно быстрые машины. На которых я трюки выполнял в свое время. Давай в дерево, слышишь? Повезло тебе. Тебе повезло. Опять я буду в топ-6 топтаться. Топ-6, топ-7. Кто там меня прессует? Джилл? Или Фрэнк? Кто из них-то? Не, Фрэнк спереди. Держи, Фрэнк. Или это не он был? Завернуть. Вот уже и топ-2. Первого догнал. Он только что суициднулся? Не. Это нормально. Ты что делаешь? Вылет, он из машины вылетел. Это что, на какой скорости там этого Фрэнка? Блин, я обошла этот Джилл. Проклятие. Не, ну, Джилл много очков набрала за весь турнир. Мне нужно ее вынести, чтобы она там где-то последней приехала. Опасно. Эй, как стоячего обходить, это нечестно. Мне писали, типа, здесь нет такой системы, как в НФС. Чтобы ты долго соперников догонял. Но прогресса я не вижу. Чтобы я там приближался хотя бы. Как же хорошо они проходят повороты. Примерно как я. Ну погодите, я еще до вас доберусь. Как тут можно еще фармить нитро? Кроме прыжков и тарана других соперников. Если я просто еду. Как набирать нитро? Тихо, 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 я сейчас еще не впишусь в поворот. Неужели у меня такая слабая машина? Я не могу никого догнать по скорости. Опять буду топ-3. Меня это не устраивает. Тут много жестких гонщиков, которые всегда приезжают на первых местах, и ты банально скорость нужную не наберешь. Куртис Вульф. Это Вульф из Карбона, да, тот самый? Да, давай, посмотрим, кто из нас уцелеет. Кажется, я победил. Джек Бетон, иди в баню.
Понравилось тебе дерево? Он опять выпал. Или мне послышалось? По-моему, он выпал. Не, нормально, да? В крысу хотел меня справа обойти. Нет, такими темпами я, конечно, первое место не займу. Какие-то уж больно потные соревнования. А вообще мне бы зайти в магазин и машинку прокачать. Потому что, скорее всего, новые детали появились. Вообще топ-4. Красавчик, лучший. Куда они дальше едут? Ну ладно я типа странный, но они куда едут? Так, и... Либинг. Я вообще тут даже в топ не вхожу. Четвертый. Сколько у меня очков? За первое место сколько дают? У меня осталось совсем мало шансов догнать, как-то попробовать. О, хороший трамплин. Тут наверняка можно подпрыгнуть и набрать нитро. Кто-то вылетел. Кто-то снова вылетел. Господи! Ё-моё! А! Нормально, я думал, там это... Автоматически смерть будет, если так в воду упадешь. Не, нормально. Салли, познакомься с домом. О, это все ломается. Хорошо. Но снова... Я шестой. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, хоть это отбойник этот или заборчик не ломается. Меня вообще просили эти гонки не вырезать. То есть не как в Most Wanted, где я там переигрываю кучу раз и вырезаю множество деталей. Потому что в Most Wanted круги нарезать это скучно. А тут действительно может что угодно произойти. Это что такое? Джек Бетон опять? Он еще с больнички. Как я застрял? Ну, смотрите, еду ровно. А, теперь не застрял. Меня игра подставила. Где Джек Бетон? Он желтенький или кто он там? Эти, до свидания. А. Ну, хорошо, хоть можно всегда R нажать. Первый круг. 1.5 минуты. У меня новый рекорд круга. Как вам такое? Приехал шестым. Новый рекорд круга. Правда, это, конечно, мой личный. Но выглядит странно. Сейчас в дрифте поворот пройду. Хорошо. А, еще тут можно было подлететь. Фрэнк Малков. На своем джипчике. Ты далеко не уедешь, понял? До свидания. В итоге я действительно не то чтобы даже скорость не теряю, я из-за того, что тараню их, набираю нитро и приближаюсь к этим первым. Так что довольно выгодно такую агрессивную, скажем, манеру проводить. Не, подлетать я почему-то вообще не хочу, там опять этот баг случится. Страшно, очень страшно. Только не в дерево. Ну, такое. Могло быть хуже. Ох, у меня рекорд круга. 1.13. Эй, Льюис, ты чего-то попутал? Да, давай блокируй меня опять. Топ-4. Правда, на манеже все те же. Топ-3 это те же самые гонщики, которые всегда там первые места занимают. Ну, да, давай в дом еду. Какое же плохое управление у него. Жесть, конечно. Я бы это заново начал. Потому что уже точно первым приехать не смогу. Какие-то очень потные соревнования. Вообще, у меня уже так достаточно денег, можно попробовать машину купить. Какую-нибудь быструю. А не тяжелую. Я бы вот данный пикап оставил под дерби. Вот те гонки, где мы там друг с другом сражаемся и пытаемся вынести до конца таймера. Хотя там не таймер, там вроде бы пока все не вынесут друг друга, оно не закончится. Пока кто-нибудь один не выживет. А, нормально сейчас, я нормально прыгнул.
Я могу вот насквозь так проехать? Могу, конечно. Опять топ-4. Какое у меня место? Ну, давайте посмотрим по итоговой таблице. Какое место? Ну, хотя бы лучший разрушитель. 20 тысяч я набрал. Это нереально. Да, буквально нереально. Последняя трасса. Я уже все. Я момент упустил. Даже если тут первым приеду. Джек Бетон опять он. Он желтый? По-моему, да, он желтый. Хоть знать его буду в лицо постоянно. Ну, держитесь. Салли Тейлор, минус. Ох, сколько я за прыжок на... Что это было? Он заправку взорвал? До свидания. Я говорю, до свидания. Ехать надо. Да, давай, врезайся. Ничего, у них машины тяжелые. Я не могу его вытолкнуть налево вообще. Ну, в смысле, направо. Я не могу ничего сделать. Джейсон Уокер. Тяжелый тип. Снова я седьмой в итоге. А, тут еще и два круга всего лишь. Это будет первый раз, когда я даже в топ-2 не попаду. А почему так сложно-то? Что, простите? Хорошо прыгаешь. О, это что? Лей Бинг, которая постоянно занимает первые места. И Джилл, которая в данный момент вообще лидирует, по-моему. Или в топ-2 где-то. Ух, я как прыгну сейчас. Хорошо, прыгнул. Вы этого не видели. Этого не было. Подумаешь, занесло. Это переиграть надо. Вот серьезно, как я могу их догнать? Я постоянно стартую последним. Это как в карбоне. Постоянно стартуешь последним. Джек Бетон снова там красовался. И мне предлагают их типа обойти всех, чтобы победить. Ну тогда я не смогу их растолкать, потому что если буду толкать, потратится кучу времени. Куда я еду вообще? А боты вообще нитро используют? Не, используют 100%. Молодец. Удачи теперь всех догнать. Даже будучи лихачом. Да, у них иногда случаются такие жесткие аварии, когда они друг друга выносят в ноль. Но это редкость. Я бы с первыми это проделал, но посмотрите на расстояние, которое нужно преодолеть, чтобы догнать их. Ну хоть... Камешек, понятно. Сократил, проверяйте. Я уже хотел сказать, хоть первый круг закончу с рекордом. Да не, ну это невозможно. Я опять приеду пятым. Тут в лучшем случае я приеду каким-то четвертым-пятым. Если чего-то такого не произойдет. Лучшие повороты в исполнении Демпси. Я знаю. Не, прыгать я не хочу. Там такая непредсказуемая дорога. О, отлично. Давайте хоть в топ-2. Закончу в топ-2, пожалуйста. Тут осталось... Давай камешек! Да, камешек! Вот тебе и топ-4. Камешек! Валун! И что у нас там по турниру? Какой я вообще там? Десятый? Лучший круг, да. Я молодец. Я такой красавчик. Четвертый так и остался. Как? Она почти все время 10 очков набирает. Ноль. Просто ноль. Ты ничего не закончил. Ты мусор. Хорошо. Как машину для дерби еще одну выбрать? Максимальная скорость. А эти закрыты мне. Ну, конечно. Вот видите, цвет можно еще выбрать. X нажать. Что такое X? А, X это X. Логично. Но мне не хватает скорости. Давайте хоть машину прокачаю. Магазин. Автомастерская. Ну, сюда нужно заходить. Хорошо. Движок.
поставить типа вообще все. 16, это только 1600. Вы говорите, все применяется, но на самом деле не все применяется. У меня максималка еще вырастет. Странно, как-то оно работает. Коробка передач. Я не ставил ее. Выпуск. Да, это все я не ставил, потому, наверное, и сливаюсь. Тут я все поставил. Шины как раз-таки у меня самые последние установлены. Кузов. А, и тут все купил. Ну, я выжил типа максимум из своей машины. Который только возможно. Еще раз проходить это. Давайте я другой какой-нибудь возьму тогда. Kennel Special Derby Cup. Тут всего лишь 3 этапа. Ну, типа, звучит легче. Да, определенно. Ну, вроде стало быстрее. Опять они все это ломают. Я так понял, лучше ехать по трамплинам. Так будет сразу нитро прибавляться. Да-да-да-да. Хорошо. Как меня занесло? Ладно, поеду так. Очень практично. Какое восстановление? Так задумано. Я так и хочу ехать. Вот, даже на двух колесах. Какой я нуб. О, даже если в трафик врезаешься. Хорошо. Жаль, что самого трафика в игре нет. Я бы их толкал еще в машины. А нужно ехать через тропу. По идее, так же быстрее будет. О, через крышу надо поехать. Я забыл. Через крышу уже гораздо быстрее выходит. О, нормально я джил перепрыгнул. Вот это я скорость набрал. Дай за счет тебя пов... Что это было? Я его перевернул. Это веселуха. Ну что, догоняем первых? Пока что я чувствую себя уверенно. Лей Бинг. Под конец серии нужно будет зайти все-таки в режим Carnage. Там самое веселое испытание. Опять у меня этот двухколесный режим активировался. Где крыша? Надо не провтыкать и заехать на крышу. А, еще рано. Ой! Перевернулся. О, вот это нужно вынести. Она через крышу поедет? Лей Бинг. Какая же она умная. Все знает. Я сейчас их вылечу с кры... А, хорошо. Это все разрушаемое. Это плюс. А ну иди сюда. Зря я, наверное, разгоняюсь раньше времени, потому что поворот будет. Эх, задел ее. Я тебя вынесу. Ты еще пожалеешь о том, что я тебя не вынес раньше. Держи. Она вылетела с машины. Все, она больше нам не помеха, я надеюсь. После этого, в лучшем случае, пусть рассчитывает на топ-5. Наконец-то я начал механикой нормально пользоваться. Механикой долбежки противников. Как там было в Most Wanted? Долбите изи. Вот мы здесь будем долбить вообще всех. Жаль, только копов нет. Их бы я тоже долбил. Снова по крышам, да? Поездка на крыше? И это реальная крыша, это не шутка. О, нет! Тихо, 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 восстановление. Бегом, бегом, это ж последний круг. Нитро оставлю, на всякий случай. Главное, что я эту лейку вынес. Отличный поворот. Я красавчик, я сейчас... Нет, не слил. Это было близко. Я мог слить только что. Фух. Но потом нужно будет вернуться и пройти тот этап. Тот кубок, или как это? Кубок, где 5 этапов у меня было. Что я? Я не лучший, да? Конечно, не лучший. При том, что я вообще в ноль, походу, вынес эту... А, она все равно второй приехал. Она все равно приехала второй. Это при том, что от нее там ничего не осталось. Как она успела в машину залезть? Я ее вытолкнула, да?
Вылетела и при этом в машину залезла, приехала второй. Нормально. Скриптов не существует. Ой, это типа через площадку поехать. Что там произошло? Это мусорки такие огромные, ничего себе. О, Джек Бетон. Сейчас посмотрим, как надо толкать его. Я ему покажу, что такое настоящее дерби. Удача. Это все удача. О, я сюда поеду. Теперь я его не встречу. Обидно. Что это? Нет. Как я там... Ага, надо чуть раньше, типа, выруливать. Где этот Джек Бетон? Он желтенький, я вижу его на миникарте. Все. А, ускакал туда, да? Это тебя не спасет. Я еще на тебя выйду. Вон ты где. Он вылетел с машины. Удачи. Он же опять там быстренько встанет и в топ-3 приедет в итоге. На первом месте. Кто это? Это ж не Лейка. Кто это? Льюис. Ну, Льюис, ты напрашиваешься. Я уже опытный, я знаю, как нужно отправлять в кювет. А, он сам неплохо справляется. Я молодец. Пожертвовал, по сути, первым местом ради того, чтобы какого-то дурачка отправить, сливаться там где-то. В больничку отправить. Это как в КС есть такая фраза «поезд боли». Вот, наверное, я поезд боли в данном прохождении. Я причиняю всем боль. Ой, это было опасно. А, чел в итоге перевернулся. Крепко. Да, я знаю. Кэти Джексон. Ну, Кэти, у меня есть все, чтобы тебя уничтожить. Ну, в смысле, отправить, да, в кювет. Живуче. Если ты меня еще раз догонишь, вдруг, я тебе покажу, что такое безумие. У меня довольно крепкий пикапчик. Тем более, это последний круг, надо быть осторожным. О, как красиво. Только я могу так проехать поворот. Так, 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 пожалуйста, ни в одну колонну не надо врезаться. Нет, тупая мусорка. Меня догонит, меня догонит. Давайте, да, через трамплин. Я просто хотел... Я, да, на это хотел посмотреть, как там они все перевернутся. Отлично, хоть где-то я побеждаю. Джек Бетон на втором месте. Как? Я Лейку отправил в нокаут, она в итоге второй приехала. Потом Джека этого Бетона отправил в нокаут, он тоже приехал вторым. О, нормально так очки у меня фармятся. Ну, в смысле, не очки, а эти... Деньги, скажем так, кредиты. Первый, первый. И тут буду тоже первый, скорее всего. Water Canal. Это что, обратно, что ли? Это ж тот самый маршрут. Да, походу просто наоборот. В обратную сторону. Да, конечно, только в меня. Но... О боже. О боже. Жаль, не перевернулся ты. Не мешаю я вам, не? Они меня толкают. Я не могу никого вытолкнуть. О, Джейсон Уокер. Помню тебя, братишка. О, Джек Бетон. Ну ты напроси... Повезло тебе. Нормально, через мойку проехали. Тут иногда непонятно, что разрушается, а что нет. Поэтому мне страшно проезжать такие объекты. О, тут хороший трамплин был. Но я, скорее всего, врезался бы в стенку. О, я ее вынесу. Ну, как сказать, вынесу. Это было еще лайтовенько. Пфф, хорошая подстава. Возможно, это путь к топ-1. Вообще, кто там на втором месте? Потому что я итоговую таблицу не видел.
Мне ж нужно все равно первым приехать по итогу. Это еще три круга. То есть за каждое первое место я набираю 10 очков. Эй, ты почему так быстро тут оказался? Сколько я набираю за третье место? Это ж не критично, если закончу топ-2, топ-3. Кэти Джексон. Это было специально. Что у нее там спереди вообще за машина? Что от нее осталось? Где там тот трамплин? Я хочу в него заехать. Через парковку, что ли, поехать? Тут можно набрать нитро. Через склад. Эх, не дала она мне возможность проехать там. Ой-ой. Плохо дело. Давай, в отбойник. Правда, я и себя толкнул в итоге. Кто на первом месте? Меня там Джек Бетон прижимает, да? Ну, Джилл. На. А, оно так легко разрушается. Я думал, это застрянет. Многие говорят, что музон во Flatout 2 лучше, но понимаете, я бы что там, что здесь вырубал его или выкручивал бы на минимум. Ну, в смысле, прикручивал максимально, сколько это можно было бы. Чтобы он на фоне где-то был, этот музон, но чтобы YouTube не мог его заметить. Ух, это потно. Шкала повреждения машины, типа, у меня есть, но как ее включить, не знаю. Машину разбить полностью можно. Тогда гонка автоматически не засчитывается, она проваливается. И вот это, кстати, нужно будет учитывать в дальнейшем. Ё-моё, опять я кучу скорости потерял. У меня же более выгодный маршрут. Все, поеду по трамплину. Где он там? Вот он где. И потом резкий разворот. Ну, меня бетон догоняет. Нет! Нет! Бетон проклятый! Ему просто повезло! А он же в итоге еще и топ-2. Мне нельзя допускать, чтобы он приехал первым. Нужно сделать все, чтобы этот урод встретил стеночку какую-нибудь на своем пути. Но времени все меньше. Это ж надо было. Кому нужен этот трамплин, кроме меня? Ну все, бетон. Хочешь бетон? Я покажу тебе бетон. Я не стал рисковать, на всякий случай. А то мало ли, финиш рядом, все. Я везде был топ-1. Тут я прошел налегке. Я не знаю, зарешала эта прокачка или то, что треки более простые. Я лучший разрушитель и мастер по столкновению. Отлично. 10, 10, 10. Второе место было у Джилл, а не у Бетона, но он тоже пытался, конечно. 2500, что-то как-то мало я получаю, если честно, за эти гонки. 50% я уже прошел класса Дерби. Это жестко. Так, а как насчет реального Дерби? Поучаствовать в Дерби? Если меня вынесут, ничего страшного. Главное, как можно больше урона вносить. Урон это самое важное. Сразу чела вынесли просто в ноль. О, Джек Бетон. Подождите, я сначала Джека Бетона вынесу. Где он? Это не он. Ну ничего. Я так понимаю, урон засчитывается от того, насколько мощно ты врезаешься в машину. И в зависимости, куда ты врезаешься. Слабо, да? Скорость надо набрать. И тогда можно вынести сразу. Рэй Картер. Почему он орет как девушка? Вопрос хороший. Тихо, тихо, тихо. Нет. Кэти Джексон. Почему у меня больше всех хп? Они там друг друга пытаются убить. Сразу минус 2. Бетона вынес. Отлично. Кто остался? Кэти? Или как ее там? Кто это? Кэти Джексон, да. Вроде как я... Первый? 59 ударов. Да, я больше всех очков набрал. Видите? Это скилл. Блин, маловато дерби, конечно.
То есть всего лишь одна гонка дерби. А, еще же будет вот это, но он открывается, наверное, после того, что я не прошел. Хорошо, давайте тогда я пройду что-нибудь в режиме Carnage. Где это вообще? Вот он. О, это же состязания в стиле карбона. И их тут, ну, не так чтобы много, но они есть. Гонка в стиле Carnage. Нужно очков там. О, я могу машину выбрать? Нет, мне только фиксированная будет. Имя этой игре — бескомпромиссная резня. Зарабатывайте очки. Да, я знаю это. Вот это обучение, когда я уже сюжетку прохожу. Как раз заценим другую машину. Управляется довольно неплохо. А, мне еще очки тут показываются. Нужно 25 тысяч очков. Это за счет того, что я тараню всех? Или за счет чего мне очки накидывают? О, нет. О, я вылетел наконец-то хоть один раз. Так, чекпоинт. Тут все равно нужно первым... Понятно, дерево нельзя сломать. Наивный я. О, вынесу его. Крепко. Деревья как в GTA 5, а хотя игра вышла гораздо раньше. Вот это графоний. Ох, как вылечу. Ой, ё-моё. Повезло. Повезло, что я не умер от такого. О, Рэй Картер уже вне игры, его вынесли. И не только его. Тут много кто уже вылетел. Ой. А, это не считается, да, как полный вынос машины? Ну, нормально. После такого вообще-то не то, что машина. После такого человек не выживает. Оттолкну тебя сейчас. А. Мне это напоминает GTA 4 уже какую-то. О боже мой. Что тут происходит? Мне для золота нужно 25 или для... Для бронзы? Не, вроде бы получена бронза. Мне нужно для золота 50, я так понимаю, набрать. О боже мой. Сколько нас осталось вообще? Чел только что ликвидировался. Вот бы они так друг друга выносили. Я просто сливки потом забирал. Или получал. Эту машину носит довольно жутко по карте. Вот я вижу мертвых. Да, я вижу мертвых, нормально. Хорошо сказал. О, Джек Бетон, стоять. Я его подставил. Как я перевернулся. Игра окончена. Я даже на серебро не прошел. Капец. Да, тут больше всего очков накидывает за аварии, я так понимаю. Я слишком плохой лихач. С меня лихач никакой. Ну, в принципе, никто не заставляет вас потеть конкретно в золото, но просто это приятно. О! Трюки! Я так и не понял, я могу машину выбрать или нет? Езжайте по направлению к линии старта, прыгните под большим углом и попытайтесь влететь как можно выше. Управляйте телом пилота, чтобы лавировать между препятствиями и лесами на вашем пути в небо. Учитывается лучший результат за 3 попытки. Я уже забыл, как это делается, но это был мой любимый режим. Это самый любимый режим у меня был. Тут надо проехать максимально быстро. На какую кнопку? На какую кнопку вылетать? Ё-моё. Вот кто бы мог знать, что тут, во-первых, можно обучение начать. Я, кажется, его сейчас начал, не знаю. Возможно. Хотя нет, это не обучение. Что? Это самая кнопка, это нитро. То же самое, что и нитро. Не нравится этот звук? Сейчас бы застрять тут. Мне всегда еще нравилось смотреть, как он падает. Потому что рано или поздно он отцепится. Но сейчас этого не будет. А сколько мне нужно? А, 160. А как? Не, ну это на золото, конечно, я понимаю. Но как это возможно? Тут надо такую жуткую скорость набрать. Пробую еще раз.
Я смотрю, им нравится. Один раз я только могу подпрыгнуть. О, ну 140 нормально хотя бы. Это уже получается... Кажется, он не упадет. Это я пытаюсь держаться, называется. 140 это нормально. Ну, конечно, на золото было бы очень даже кстати. Прикиньте, сначала серебро, точнее, сначала бронза у меня, а потом серебро, и на третий раз я золото выполню. Было бы эпично. Но вряд ли. Опять 140 у меня будет, даже меньше. Ты падать будешь, не? Давай падай уже. О, он сейчас упадет. Нет? Как он там держится, я не понимаю. Так. 143 у меня лучший в итоге рекорд. Это, по идее, серебро. Да. Неплохо. Правда, никакие машины я все еще не выиграл. Возможно, это как раз за счет золота. О, дерби на фраге. Хорошо называется. Дерби на фраге. Смертельное дерби это не шутки. Да, я знаю, можно это не считать. Вот это у меня запаска там висит. 4x4. Это что только что было? Джек Бетон там прерывает какую-то серию убийств или что? Ой, как это сложно. Так мы все-таки убиваем их, да? Это даже официально пишется. А ну идите сюда. Да ё-моё, как я промахнулся? Меня, кстати, тоже могут... Это что? Что это? Это нитро? Это значок нитро? Тут, по идее, можно еще и чиниться, насколько я помню. Что это? А подберись ты уже. Что я сделал? Это взрыв? О, защита. У меня 3 жизни есть. Я только сейчас заметил. Да. Это нормально. Что такое беленькое? Утяжеление. О, вот теперь нужно протаранить кого-нибудь. Ух, ё-моё, я почти всю полоску ХП снес. Ничего, что он перевернулся. Давай как в GTA это, взрывайся сразу. О, вот это вот. Это легкая жертва, я сейчас его вынесу. Просто прыгнул ему на крышу. Поездка на крышу. Никого не вижу. О, силовой таран. Хорошо. Так, там красный бонус, но его уже подобрали. Да, попробую еще в кого-нибудь въеть. Как я вообще еще живой? О, супер нитро. Погодите. Такого, наверное, нет в обычном режиме карьеры. Там бонусы не встречаются. Хорошо. Это было в дребезге. Еще бы самому не умереть. А, меня уничтожили. Наконец-то хоть один раз меня уничтожили. Фрэнк прожил больше всех? Точнее, дольше. Как он это сделал? Просто крыса. О, бонусы, бонусы. Х2, это что, урон? А, это удвоение очков. Долгожитель. Как я это сделал? Вообще еще передавил там свет. Для золота нужно 50 тысяч. А, все, я дерби выполнил до золота. Как вам такое? Ой, плохо дело. Как ты не умер? Ладно, его потом добьют там. Вместо меня. Джек Бетон врывается, прожив сколько там? 40 секунд? Всего-то? Кэти пыталась меня уничтожить. А, у меня машина сейчас взорвется. Не, я уже набрал. То есть время закончится, и я вроде как должен быть победителем. А почему у меня все равно 3 жизни пишется? Если 2 уже типа потратилось, разве нет? О, оранжевая. Вечно забываю, что это. Это типа взрыв, походу, возле меня, да? Образовывается. Хорошо.
О боже мой. Что тут творится? Какой-то симулятор выноса мусора. Рэй Картер отлетел. Это кого-нибудь зелененького. А, да. Хотя, наверное, больше очков дает за как раз-таки красных, потому что ты их сразу убиваешь, и тебе считается как... Что это? Алло, я застрял! Да, спасибо. Ты взорван. А где я, кстати? Почему я... Не, я кричу мужским голосом, а все остальные почему-то женским. Это такой рофл или это баг? Я, возможно, так задумано. 28 секунд. 100 тысяч я, конечно, не наберу. О, тяжеление. 100 тысяч я, конечно, не наберу, но уже результат тянет на рекорд. Я думал, он в итоге вылетит с машины. О, взрыв. А кого-то уничтожил в дребезги. А это что красненькое? Силовой таран. А, я подбирал, кажется. Да, у меня типа повышенный урон, я так понимаю. Просто мусор. Почти 100 тысяч набрал в итоге. Жертва... А, это моя жертва лучшая или что? Или у всех? А, наверное, типа жертва, которую больше всех избивали. Долгожитель я, уцелевший я и жертва София Мартинес. Это жестко. Вот такие бы соревнования почаще, чтобы они еще в сюжетке были. Потому что обычные гонки — это скучно. Что ж, предлагаю тогда на этом закончить. Я сейчас сворачивал игру, чтобы посмотреть, сколько серии идет. И она, конечно же, вылетела, когда я попытался снова развернуть. Это был Демпси и вторая серия прохождения Flatout Ultimate Carnage. Пишите свои советы в комментариях, не забывайте ставить лайки, также заглядывать в мою группу в Телеграме. Скоро увидимся, ждите Карбон тоже. И, наверное, после Flatout'а будут GTA-шки, начиная с GTA 3, не Definitive Edition, а оригинальные. Будем проходить GTA 3, GTA Vice City, San Andreas, 4, ну и, короче, пятерка. Все вот по хронологии. Все, спасибо всем за просмотр, это был Демпси, и всем пока.